Ну, это вопрос вообще достойный для философии. Проблема в том, что на сегодняшний день российское кино разбежалось со зрителями, вернее, с теми, кто ходит в кинотеатры. Ибо мировое кино все потерпело колоссальные изменения. Сегодня все кино – это такой аттракцион. Что на каруселях покататься, что кино посмотреть. Запомнить никто не может, повторить никто не может. Так как-то все это крутится. И те люди, которые ходят в кино, это молодежь, они в основном ходят просто побалдеть, отдохнуть и так далее. Как только кто-нибудь пытается, и ваш покорный слуга, нести какую-то мысль так мгновенно, это говорит, это уже не прокатное кино. Этот зритель ушел в интернет, ушел в телевидение и так далее. Поэтому заметьте, и в мировом кино сейчас самое интересное происходит на телевидении. Вот это во вторым кругом опять вернулись к телевидению, потому что народ хочет и подумать, и попереживать, а не просто, так сказать, поухать и пахать. Вот, то, что касается детского кино, это вообще трагическая ситуация. Мы совсем разбежались. Еще анимация как-то держится, а вот кино детское, игровое, оно вообще просто в трагической ситуации. Достучаться до зрителей невозможно. Вот такая вот трагедия. Мы отдельно, кино отдельно, зрители отдельно. Очень жаль.